Здравствуйте, дорогие наши! Ну, во-первых, с Новым годом вас всех зрителей! Удачи и радости! Я вот вам сегодня расскажу некоторые интересные факты о животном мире нашей любимой планеты Земля. На Земле есть флора растения и фауна животные. Так вот, говоря о фауне, количество видов рыбы в водах превышает 20 тысяч. И каждый год открывается от 5 до 30 новых видов глубоководных рыб. Количество разных земноводных, типа лягушек, тритонов и прочих жаб, зашкаливает за 2100. И снова ежегодно открывается 1-2 новых вида в Африке, Амазонии и даже Америке. Количество присмыкающихся нынче поражает количеством 6000 видов. И тоже ежегодно находят несколько новых шуршащих носителей кожи для элитной обуви. Птицы, которые открыты и с которыми мы знакомы, превысили 8600 видов. Недавно я слышала, что были открыты новые виды крупных птиц, живущих в ливневых лесах Венесуэлы. А уж млекопитающие, слоны там, или обезьяны, или тигры с носорогами, человеки с собаками. Короче, все, кто молока попить не против, их на планете 4500 видов. А вы не забывайте, что у всех видов есть еще и подвиды. И хотя некоторые ученые орут, что животных становится меньше, постоянно находятся новые. А я тут даже не упомянула всяких насекомых, жителей вод, червей, паукообразных, многоножек, ланцетников, губок, моллюсков, медуз и еще кучу разных тварей, созданных не то эволюцией, не то рукой веселого божества, которых, между прочим, море в приблизительном количестве 1 500 000 особей. Я уж не говорю о бактериях и прочих вирусах, которые тоже относятся к животному миру. И каждый год открываются новые виды и подвиды. Так что не бойтесь, други, жизнь на Земле не остановится. А теперь желаю вам всем приятного времени суток, подписывайтесь на наш канал, приходите почаще и рекомендуйте нас друзьям. Короче, будьте как дома. Всем пока!